Да, у меня освещение там. Да, занимаемся. Сейчас перезвоню. Боря, ты тут? Здорово, Боря. Ты что, обратно за боярышником или что? Ты в хит пришел? Сигарета? Сигарета? Какие ты сегодня сигареты будешь курить? Разницы нету. Человек. Разницы нету. Сейчас идем в магазин, мы тебе покупаем пачку сигарет, Боря, чтобы ты себя целый день чувствовал удовлетворенным. Спасибо, Ткачков. Не, ну боярышника здесь же не продают. Я... Ты уже спрыгнул с боярышника? Да, это уже давно. Что ты сейчас употребляешь? Вино. Вино? Ты затарил? Пойдем, Боря, купим тебе пачку сигарет. В хите скидки, наверное, да? Заодно хит прорекламируем нам. Боря, уважаемый человек. Вы знаете этого человека? Это Боря. Дам, это Боря, зачем его бить? Я говорю, сейчас уебало дам. Кому ему? Не бей его. Сомневаешься, не надо, не надо. Животное, блядь. Не надо Борю бить, на. Борю не надо бить. На. И за что он себя так, Боря, жестоко? Хуй его знает. Да? Ладно, пошли спросим сигареты, есть, нет у нас. Что вот спасибо тебе. Это пиздец, мы похуй. Он вообще попал, да? Ну, там. Иди, Боря, заходи, куда ты заходишь? Бутылка у меня с собой. Бутылка с собой. Да. О, Боря, бутылка с собой. Не забирайте, что? Пожалуйста. Боря, иди сюда, будешь сигареты выбирать. Подожди. Что ждать, кого ждать? Боится за бутылку, чтобы не забрали. Правильно, ставь его в камеру хранения. Правильно. Ты ключик взял? Да. Молодец, ты турхишаришь, что тут надо делать. Как ты, брат? Кирилл, иди за цветами. Здесь есть цветы? Потом посмотришь. Боря, как вообще дела? Пачку Монте-Карло? Без проблем. Спасибо. Пожалуйста. Все это кончилось. Спасибо. Продолжение следует...